состоялось заседание Совета депутатов Щелковского муниципального района. Депутаты рассмотрели более 10 вопросов. Они одобрили предложение администрации Щелковского района о заключении побратимского соглашения с Нижнекамским районом Республики Татарстан. Уже состоялся обмен делегациями. Отношения с новым дружественным муниципалитетом будут иметь и гуманитарную, и экономическую составляющие. Подписание соглашения планируется на предстоящее празднование Дня района. О том, каким он будет, на заседании депутатам рассказала начальник комитета по культуре и туризму администрации Наталья Чуйченко. Празднование Дня района традиционно и в соответствии с нормативно-правовыми актами будут совмещены вместе с празднованием Дня города Щелково. Пройдут в последние выходные августа, 25-26 августа, на территории всего района и города Щелково центральные мероприятия. И также, напомню, отдельно комиссии и на совете мы рассматривали еще и празднование проведения юбилейных душонских маневров, которые тоже пройдут в эти дни. На заседании была рассмотрена информация о промежуточных итогах оздоровительной кампании за 2 месяца. В настоящее время в летних лагерях отдохнули более 1500 детей. Депутаты также ознакомились с информацией о подготовке 95 образовательных учреждений, действующих в районе, к новому учебному году. В них завершаются ремонтные работы, ведется благоустройство территории, выполнен комплекс мер по противопожарной безопасности по программе «Доступная среда». На данные цели из бюджетов Московской области, Щелковского муниципального района и внебюджетных источников выделено более 185 миллионов рублей. Очень важный момент – это ремонт в детских садах для того, чтобы открывались дополнительные ясельные группы и также открывались и группы для детей садовского возраста. Почему? Потому что вы видите, население увеличивается и с точки зрения рождаемости, и сейчас и с точки зрения того, что люди покупают квартиры, приезжают в наш район. Поэтому нужно, чтобы были обеспечены все 100%, как сказал президент. На заседании депутаты присвоили звание «Почетный гражданин Щелковского муниципального района» директору Щелковского колледжа Владимиру Ивановичу Нерсисяну. Андрей Цеханович, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».